Приветствую вас. Раз вы хотите услышать мнение психолога, то будет вам мнение психолога. Значит, во-первых, хочется сказать, что ревность – это признак неуверенности в себе. Это признак страха остаться одному. Это признак сравнивания себя с другими людьми, ну, в вашем случае, очевидно, мужчинами. Ревность – это признак такого акцентированного восприятия секса. Вот. Это ревность. Второе – это то, что вы вот пытаетесь добиться от человека определенности, при этом не беря условно на себя ответственность за нее. То есть определенность ваша, по идее, но вы ответственность за нее не берете. Вместо этого вы возлагаете ответственность за свою определенность как раз таки на на партнера, условно говоря. Это, конечно, такой крайне тревожный, я бы сказал, знак, это тревожный сигнал, это тревожная тенденция, потому что это свидетельствует о том, что на себя вы не полагаетесь. Ну, вот именно на себя. Именно на себя вы не полагаетесь. Вот. Такая история. В частности. Вот. Далее. Значит. Вы пишете, что хотели, значит, чтобы она не так сладко спала. Это, соответственно, месть. Это месть. Ну, вместе нет ничего хорошего, кроме только того, что, ну, месть всегда... Она нацелена на не совсем реального человека. То есть, условно говоря, мстите вы уже нереально существующему человеку, а мстите вы тому, кого нет, к сожалению, вот. И как бы месть, она не решает проблем. Причины есть, по которым девушка выбрала бывшего. Вместо вас. Вот. У этого есть причины. И, конечно, было бы здорово, если бы вы эти причины, скажем так, постарались бы нам раскрыть. То есть, если, условно говоря,
девушка выбирает бывшего, а не вас, значит, ее с вами, ее в вас, что-то тяготит. И вы об этом не знаете. То есть вы не знаете, что ее тяготит. Скорее всего. Вот. Понимаете? Какая штука. А это очень важный момент. Это очень важный момент. А, ну и вы говорите, что вот поверили, когда она сказала, что больше общаться не будет с парнем. Вот. То есть, может быть, вы-то ей и поверили, но здесь момент какой? Что она перестала, может быть, с ним общаться. Может быть, она перестала с ним общаться. Но тот факт, что она перестала с ним общаться, означает что? Что ей все равно по-прежнему чего-то не хватает. И вы ей этого не даете. Того, что ей не хватает. Вы не даете. Понимаете? Какая штука. И это, конечно, серьезная проблема. На мой взгляд, это серьезная проблема. На мой взгляд, это да, довольно серьезная трудность. Вот. Потому что происходит подмена понятий здесь. Вот. То, что вы отомстили, девочка, ну, это, как сказать, это ваше право, вот. Но это просто не решит проблему. Это не решит проблему того, что у вас есть какие-то вот сложности во взаимодействии с девочкой. Вот. Понимаете? Я не хочу сказать, что вы не правы. Вот. А просто тут вот в том и момент заключается как раз. Что то, что вы делаете, вот, это не работает на вас, для вас. Вот примерно такая история. Это вам полегчало, конечно, хорошо. Что полегчало.
Но мне хочется спросить, а зачем вы обратились к психологу? То есть у вас нет вопроса как такового, у вас вроде бы вам, ну, все понятно предельно. Ну вот, нет конфликта. Вот. Понимаете, какая штука? Так что, мне кажется, что вот этот момент, его надо бы исследовать обязательно, чтобы вам, ну, лучше отдавать себе отсчет в том, что происходит, чтобы вы не повторяли то же самое. Вот. Потому как, ну, есть вещи, которые, ну, условно говоря, вы вложили вот в отношения. Вот. Конечно, девушка не совсем права, называя вас, как вы выразили. Вот. Но, тем не менее. Вот так, с точки зрения психологии, да, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно, надеюсь, что вы для себя сделайте какие-то выводы, вот, и надеюсь, что вам будет, ну, как минимум, понятнее, что делать дальше, вот. Ну, такая вот примерная история. Так я могу вам ответить на вопрос, да, который вы задаете. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам в себе разобраться. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И обращайтесь, если будет такая необходимость, если будет такое желание, обращайтесь, мы всегда вам поможем. Вот. Только нужен вопрос, конечно. Вот. Всего вам доброго.